представители всех классов. Начинаем мы программу с Людвига ван Бетховена, потому что куда ж без него. Ода к радости. Учитывая, что мы репетировали это только один раз. Но, тем не менее, оркестр у нас существует с 1922 года. Следующее произведение, которое мы исполним, мы как бы двинемся дальше по немецкой музыке. Потому что русская революция и немецкая музыка – понятия неразделимые. Следующее произведение – Рихард Вагнер «Полет валькирий». Thank you.
Но мы все лучше и лучше играем. Сейчас вот, я думаю, к пятому номеру это будет просто запредельно. Следующее произведение... Иоганн Штраус. «На прекрасном голубом Дунае». Вальс. Немного итальянской музыки, Джузеппе Верди, марш из оперы «Аида».